22 апреля ушел из жизни артист Чувашского драматического театра, заслуженный артист России, народный артист Чувашии Геннадий Большаков. Геннадий Большаков окончил Московское театральное училище имени Щепкина и в 1983 году впервые вышел на сцену Чувашского драмтеатра. Он сыграл десятки ярких ролей, в основном главных. Коллеги говорят, он был таким артистом, для которого авторы специально писали пьесы. У Геннадия Большакова немало различных званий. В 2006 году он стал заслуженным артистом Российской Федерации. Добродушный, веселый, озорной. Всегда помогал. Он очень хороший друг. Всегда был другом хорошим. И очень хорошим партнером. Он очень много поддерживал на сцене. Очень. У нас было очень много таких ситуаций каверсных. Он всегда вытаскивал. У меня в одном спектакле, в другом спектакле. У нас такие вещи бывают, что текст забываем. Для меня Геннадий Арсеньевич Большаков был единомышленником. Мы понимали друг друга с полуслова. Он понимал режиссерский замысел как бы шестым, может быть, каким-то другими чувствами. То есть не нужно было даже много объяснять. Он из тех актеров, редких актеров, ну, я даже мог бы назвать актером века. Актером века он останется для нескольких поколений зрителей.